На Люберецком районном телевидении продолжается курс «Путеводитель в медиаиндустрии». Школьники уже узнали, что такое журналистика и какова ее роль в жизни общества, познакомились с миром телевидения. Теперь осваивают азы профессии. На одном из занятий побывали мои коллеги. Птку, птко, птка, птки, птки. Класс, молодцы. Учебное занятие начинается с артикуляционной гимнастики и упражнений для голоса и дикции. На курсах ребята осваивают азы актерского мастерства и освобождаются от комплексов и страхов. Приобретенные знания девятикласснику Илье Смирнову точно пригодятся. Школьник мечтает связать свою жизнь с журналистикой. Первое занятие просто потрясающее. Учитель действительно стоящий. Нас научили разговаривать четко, что является неотъемлемой частью корреспондентов. Я хочу, чтобы наши практические занятия проходили на Люберецком телевидении. Это кружки саморазвития, которые помогают в дальнейшем развить себя как личность и как человека, чтобы дальше можно было двигаться вперед, возможно, в таком направлении журналистика или других, которых мне поможет данный курс. Ребят учат основам телевизионного мастерства, навыкам работы корреспондента и ведущего. Пока одна группа знакомится с тонкостями линейного монтажа, другая готовится к эфиру в телевизионной студии. А теперь подробнее об этих и других новостях. На первый взгляд, задание несложное – прочитать текст ведущего по телесуфлеру. Здесь важно правильно расставить логические ударения и, конечно, справиться с волнением перед камерой. Мне понравилось особенно импровизировать в плане создавать новые истории по заготовкам, а также быть на месте ведущей. Было не так волнительно, как умение быстро читать тексты. На курсе ребята учатся грамотно выражать свои мысли, создают собственные сюжеты, работают в кадре, учатся правильно брать интервью и создавать новостной и развлекательный сюжет. Ребята очень активно вливаются в процесс, то есть это у нас второе занятие, но глаза горят, что-то получается, что-то не получается, но самое главное – нравится. И я понимаю, что с этой командой можно будет сделать отличный результат, потому что их итоговая работа – это создание видеопродукта. Что они будут делать, я пока не знаю, но точно знаю, что у них получится. Курс длится в течение 2 месяца, по 2 занятия в неделю. После его окончания ребята пройдут тест на профориентацию, которая поможет им в дальнейшем определиться со специальностью. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.